Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня решил заснять долгожданный видеоролик по поводу кардио. Сниму вступительный короткий ролик на тему, считаю ли я нужным делать кардио, сколько нужно кардио, может ли кардио сжечь мышцы. Может быть, перечислю некоторые моменты пользы кардио для здоровья. На самом деле я планирую снять множество видеороликов на тему кардио, так как считаю, что она достаточно обширная и требует внимания. Но пока начнем со вступительного. Итак, что я думаю по поводу кардио? Нужно ли его вообще делать? Сколько нужно его делать? Как я отношусь к кардио на пустой желудок? Я считаю, что кардио делать нужно. Я считаю, что кардио делать необходимо. В первую очередь для здоровья. Так как чем дольше мы будем делать кардио, тем меньше у нас будет сокращение сердечной мышцы в состоянии покоя. То есть меньше будет сердце дергаться, меньше оно будет изнашиваться. Это уже первый плюс, и я считаю основной. То есть Американская ассоциация сердца вообще рекомендует людям делать хотя бы 160 минут кардио в неделю. Естественно, я считаю, если вы новичок, вы можете начать издалека, вы можете делать хотя бы 10 минут кардио в день, после этого вы можете увеличивать кардио до 20 минут в день и так далее. То есть по мере привыкания. Не стоит делать высокоинтенсивное кардио, можно начать с небольшой прогулки, потом постепенно вы будете ускорять темп, и так со временем, пока вы не начнете бежать трусцой и так далее. То есть вы будете постепенно улучшать свои результаты, то есть каждый раз вы будете стараться сделать немного лучше, чем предыдущий раз, да, то есть постоянное улучшение. Вот, естественно, если вдруг с непривычки у вас начнут болеть ноги, да, именно не мышцы, а, скажем, сухожилия или суставы, да, повремените немного, то есть перейдите на другой способ кардио, потому что их множество. Вы можете плавать, можете бегать, можете кататься на велике, велотренажеры. Много разных способов. Выберите тот, который вам доставляет удовольствие и не причиняет дискомфорт. То есть это гарантирует вам постоянство, так как если вы получаете удовольствие с того, что вы делаете, вы можете это делать постоянно. Я считаю, ключ в постоянстве. Итак, как я отношусь кардио, да, вообще на пустой желудок. То есть в свое время я делал кардио на пустой желудок. То есть я делал это с утра, я просыпался, я выпивал, скажем, аминокислоты, да. После этого я сразу начинал пробежку. Пробежка около 40 минут в день, то есть это минимум момента, когда я чувствовал себя лучше. Я мог пробежать час-два, например. Вот. Я не приветствую такой способ. Я больше так не делаю. Я считаю, что кардио лучше делать либо после тренировки, либо вечером. Вот. Тогда, когда вы уже съели всю свою пищу, да, все свои углеводы, так сказать, потренировались, у вас осталась как раз энергия, то есть вы тратите ее на кардио, но не до тренировки, естественно, и не с утра. Почему? Потому что это не даст вам дополнительных преимуществ, так сказать. Я думал в свое время, что если делать кардио на пустой желудок, соответственно, вы будете сжигать больше жира. Это не так. Это совсем не важно, то есть бегаю ли я на пустой желудок, или я поем и после этого бегаю. Напротив, когда ты поешь, твое кардио становится более эффективным. Понимаете, то есть можно провести эксперимент. Давайте возьмем человека, который не позавтракал, и человека, который очень хорошо, плотно позавтракал, да, загрузился углями, белком, да, и поставим их соревноваться. Естественно, будет быстрее и интенсивнее тот человек, который покушал перед этим. Это естественно. Так как если у вас нету сил делать кардио, и вы делаете его, скажем, очень вяло, медленно, это тоже вам не даст никакой дополнительной пользы. Это даже, это минус.
Вот, поэтому не стоит этого делать. Насчет сжигания жира, да, дополнительного, этого тоже не произойдет, так как, в принципе, неважно, когда вы едите и какие продукты вы выбрали. Так как калории зашли, калории вышли. Что я имею в виду под этим? Важен ваш дневной калораж, ПЖУ, да? То есть, если вы находитесь в дефиците, неважно, когда вы едите, сколько раз в день вы едите, делаете вы кардио или нет, у вас будет уходить жир. 100%. Если вы находитесь в профиците, да, то есть едите больше, чем тратите энергии, у вас будет увеличиваться вес, то есть жировая прослойка. И неважно, вы будете делать кардио или нет, выберете ли вы при этом самые так называемые чистые продукты, или вы будете питаться так, как вам нравится, например, да? То есть профицит всегда даст вам набор жира, то есть набор веса. Неважно, кардио с утра на пустой желудок, там, неважно, покушали ли вы до 6 и после этого вы не едите, это тоже не имеет никакого значения. Вот. Так как в первую очередь дефицит, вот что дает вам потерю жира. Кардио мы используем скорее для, не для того, чтобы сжигать жир, а мы используем это для здоровья в первую очередь, для выносливости спортивной. И для того, чтобы, естественно, употреблять больше калорий. Так как я считаю, лучше употреблять больше калорий и компенсировать это кардио, да, то есть увеличивать кардио, но не снижать калории, чем, допустим, употреблять маленькое количество калорий и при этом не делать кардио. Вот. Также я считаю, что кардио, оно не будет сжигать ваши мышцы, если вы тренируетесь. Это невозможно, то есть это миф. Неважно, сколько вы делаете кардио в неделю, да, ну, в зависимости от вашего уровня, естественно. Потому что если вы сразу перейдете на высокий уровень, то вы просто не будете восстанавливаться. То у вас ухудшится прогресс, да, естественно, так как большую часть времени вы будете восстанавливаться от своего интенсивного кардио. Поэтому я всегда рекомендую делать низкоинтенсивное кардио. То кардио, при котором вы можете спокойно разговаривать, спокойно дышать, да, и постепенно уже ускоряться. То есть, но оно для вас всегда будет в зоне комфорта. Вот. То кардио, которое вы можете делать час, например, да, вот, или два. Итак, мы разобрались. Кардио не сжигает мышцы, напротив, даже ускоряет процесс восстановления, да, если все делать грамотно, и улучшает ваше качество при условии, что вы грамотно тренируетесь, правильно питаетесь. Кардио полезно для здоровья. Вот. И не стоит делать кардио на пустой желудок. Вот, как-то так. Потом в других видеороликах я подробнее затрону эту тему. Я расскажу, как именно делать кардио, да, когда его делать, почему. Расскажу вам все полезные моменты, которые вам даст кардио, и так далее. Ну, а на этом мы с вами попрощаемся, дорогие друзья. Всего хорошего, прекрасного вам вечера. До встречи!